предсъездовские дни одержана большая трудовая победа. Полностью электрифицирована железнодорожная магистраль Байкал-Москва. Таких нет в мире. 5500 километров. Первый грузовой поезд идет в Москву. Как эстафету принимала на своем пути подарки 22-му съезду от трудящихся Сибири, Алтая, Урала. Поезд прибыл в столицу нашей Родины. Сердечной была эта встреча. Крупнейшая в мире электромагистраль вступила в строй.